Всем приветик. Сходила в магазин за продуктами. Зелень новая упаковка от Сорти. Зелень так пахнет ароматно. Странно, что я что-то чувствую своим носом. Так, огурцы. Штук 6 килограмм сахара. Кефир «Вологодское лето» 3,2. Зеленый чай с жасмином. Я такой люблю. Так, помидорчики. Так, черника. Черника с сахаром протертая. Это не варенье. 50 рублей всего баночка стоит. Пачка масла. Это был первый пакет. А потом я купила протертую клюкву с сахаром тоже. Так, я купила клубнику. 200 грамм, по-моему. Майонез это с сыном. Литр молока. Сыр Гауда. Сметана 20%. И еще семечки. А потом встретим это с сыном. Посуда, чеснок, 3 штучки, 50 яиц, яйцо, синявинское, деревенское с ярким желтком. Все, это был второй пакет. Так, сейчас зачитаем чек. Я потратила где-то 1337. Так, сейчас я сюда поставлю. Вы пока любуйтесь природой. Я вам зачитаю чек. Так, сахар, песок 34, пемолюкс, а вот средство для посуды 50 рублей, кефир 67, молоко 68, сметана 80, клубника 160, вот эта упаковка 200 грамм, так, яйцо фасованное 60, помидоры 67, батон 20, огурцы 62, семечки 95, сыр Гауда 140, молоко, нет, масло 98, зелень 2 упаковки 70 рублей, чеснок 40, 3 штуки такие крупные, 3 головки, ягода, вот это брусника, а, 2 банки по 50 рублей, 100 рублей. И чай с жасмином 63 рубля. 1330 потратила. Ну, по крайней мере, немножко запаслась продуктами. На несколько дня на 3 хватит. Это я имею в виду молоко. Молоко у нас быстро улетает. Молоко, яйца моментально улетают. Еще сегодня я ездила на планерную к метро. Купила
купила себе ложку, вот эту для обуви, на работу возьму, буду. Она такая, наклоняться не надо, такая длинная ложка металлическая, 350 рублей отдала. Но я новую оставлю дома, а старую, такую немножко помятую, на работу возьму. Тем более она чуть-чуть пониже, сантиметров там на 10-15. Но для работы как раз мне подойдет, а вот эту новую большую дома оставлю. Ну, потому что-то как-то мне стало трудно наклоняться, обуваться. Сапоги надевать трудно стало. Даже короткие. Ну, ладно. Возьму на работу, не помешает. То обувь разная бывает. Иногда не так просто сапоги надеть. Вот. Так-то летом, в принципе, я ходила в обуви. Можно было не переобуваться. Теперь надо вторую обувь, эту сменку принести. Только где ее там хранить? Шкаф не закрывается, блин, замка нет, замок сломан. То есть получается, что нужно еще замок купить на шкаф и самой ставить. А как это сделать, я не знаю. Купить-то я могу, а как его вставлять? Попросить кого-то. В общем, ладно, посмотрим. Там один человек мне обещал замок поставить, если я принесу его. Ну, там администратор у нас есть. Так, ладно. В общем, все хорошо у меня. Я решила в эфир сегодня не выходить. Честно говоря, у меня почему-то нет ни настроения, ни желания эфирами этими заниматься. И вообще, что-то YouTube мне осточертело, если честно. Разочаровалась я во всем этом. Нет в этом никакого ни смысла, ни интереса, вообще ничего. Как-то пропал у меня к этому, ко всему интерес. Пока еще по инерции что-то выкладываю, но чувствую, что скоро перестану вообще. Потому что смысла в этом никакого. Одни неприятности, как говорится. Пишите одни гадости в основном. Я уже заблокировала там человек 10 вчера. Буду блокировать всех. Мне негатив не нужен на канале. Кому нужен негатив, хайп, звездуйте куда-нибудь подальше, к Новоселовой, там куда-нибудь туда. Мне на канале негатив не нужен. Буду банить всех безжалостно. Я канал завела не для зарабатывания денег, мне хайп не нужен. Я только хотела вот для души, для общения. Так что, по-моему, там меня поливать не надо, всех буду банить. Ну, в общем, снимать теперь буду редко, очень редко. И чем дальше, тем реже. Скорее всего, дома я вообще снимать не буду. Если только готовку. В эфир буду выходить раз в месяц по настроению, если какие-то новости будут. А вообще, буду снимать только вне дома. Если мы поедем куда-то там погулять по Москве, в парк там, если будут какие-то поездки, или я пойду там куда-то на выставку, в театр, может быть, где-то что-то поснимаю. Дома я практически снимать ничего не буду, кроме, может быть, иногда покажу какой-нибудь, если что-то буду готовить, что-нибудь, когда-нибудь, к празднику какому-нибудь. А так, в общем-то, вот эту рутину, стирку, уборку, хождение по магазинам, продукты, вот это окно. В этом нет смысла. Вообще никакого. Если я пару раз выйду в трансляцию в месяц, это хорошо, я считаю. Часто выходить не буду. Раз в неделю в лучшем случае. Сегодня время уже час. Я только вышла два раза, пробежалась по магазинам. Поэтому мне время уже час. Навряд ли я сегодня выйду в эфир. Уже и времени нет, и настроения нет. В общем, мне сейчас нужно... Сейчас я уберу эти продукты в холодильник. И, наверное, займусь уборкой. Сниму постель, закину в стирку. Слава богу, я там эти три комплекта там перегладила всю. Есть, чтобы стелить, поменять. Но я много не покупаю постельного белья, потому что у меня все шкафы забиты, места нет, хранить негде. Ну, вот у меня есть два новых комплекта, я ими пользуюсь. Ну и парочку старых лежат на всякий случай. Ну,
Мало ли что, ну, честно говоря, выбросить жалко. А, вот. Ну и у сына также пару комплектов новых. Старые ему не нравятся, он не пользуется ими практически. Я там повыбрасывала уже половину. Еще детские комплекты с детства, такие с мультиками, с рисунками из мультиков. Он мне сказал: мама, убери, ради бога, выкинь куда-нибудь. Поэтому я пошла, купила ему два нормальных комплекта. Еще по инерции что-то застилала ему там. Но он сказал: не позорь меня, убери нафиг свои комплекты детские. Со всякими там снегирями, со снегом, с машинками. В общем, все повыбрасывать надо нафиг. Детство закончилось, мужику скоро 30 лет, а я ему все с мишками, со снежинками комплекты стелю. Ой, ребеночек вырос, 27 лет. Кстати, спит до обеда. Время час, он спит, он еще не завтракал. Надо что-то с этим делать. Так, ладно, ребятушки, пошла я. Сейчас все поубираю, в холодильник продукты сложу и займусь уборкой. Поменяю постель, займусь уборкой. Потом я буду готовить, варить щи, суп на вечер. Каша у нас полно там сваренной. Котлеты сегодня делать не буду. Так, сегодня у нас вторник или что? А, понедельник. Значит, у меня выходной, среда, пятница. Вот в среду я буду делать котлеты. Фарш у меня еще остался. Еще на два раза можно, два раза котлеты сделать. Мы уже первую порцию, так сказать. Ну, фарша было много, мы покупали мясо много, хотели на шашлык. Но в результате накрутили фарш, потому что погода была дождливая. В прошлый раз я сделала, там 8 котлет получилось. Ну, таких крупных, прям в ладошку. Крупные котлеты получились, 8 штук. Мы их уже съели. Вчера на работу брала котлетку. Так здорово с картошечкой на работе поесть, с огурчиком. Вот. Вчера на работе допоздна работали. Так что у меня было 3 перекуса. Нас там еще пиццей угостили на работе. Заказали на всех пиццу. У нас был длинный рабочий день до 11 вечера. Домой я приехала в 12 ночи. Ну, такой последний день выставки. В общем, такой удлиненный рабочий день был. Ну, в принципе, народу было не так много, все было нормально. Справились, так сказать. Все замечательно. Так что у меня сегодня выходной законный. Завтра у меня короткий рабочий день. Ну, где-то там до 6 примерно. Так что все хорошо. В среду выходной. Буду делать котлеты. Может, салатик какой-нибудь забацаю. А сегодня буду щи варить вечером. А вечером буду кино смотреть. Открою свой любимый сериал. Не то, что любимый, который я сейчас смотрю, «Желтый глаз тигра». Я так 3 серии посмотрела, 4-ю начала, никак не могу досмотреть. Там первый сезон, 16 серий. Может, там еще новые есть, не знаю. Я еще до этого не дошла пока. По настроению смотрю. Мне нравится вообще этот фильм. Тем более, ну и сам фильм интересный. И снимали в Калининграде. Так смотришь, там знакомые места, так здорово. Смотришь, так думаешь, вот здесь были, здесь были. И музыка очень хорошая. В начале музыка, песня мне нравится в начале. Перед каждой серией вообще классно. Сразу вспоминаешь вот 70-е, 80-е. Вот это совковое время беззаботное. Так под настроение иногда хочется что-то посмотреть, вернуться в прошлое. Вот такие дела, ребята. Так что не обессудьте. Эфира сегодня не будет. Времени нет, настроения нет. Всем пока.